Так, а давайте проанализируем достоинства мастурбации. Мастурбация открывает чувствительные зоны, мастурбация развивает их откликаемость, и мастурбация приобщает нас к наиболее эффективным приемам стимуляции. Если вы вообще ничего не чувствуете, женщины, вообще бревно-бревно, что мы делаем? Мы используем сосудистые стимуляторы. Троксивозин или меновозин. Троксивозин даже за границей продается. Поэтому те, кто смотрит меня из русского зарубежья, спокойно могут пойти в аптеку и совершенно без рецепта купить себе троксивозин. Троксивозин наносится на малые и большие половые губы, на область промежности. За счет улучшения капиллярного кровотока троксивозин улучшает сексуальную чувственность в этих зонах, и троксивозин способствует тому, что во время мастурбации у вас повышается сексуальный ответ. Дальше нанесли троксивозин. Продвинутые пользователи могут сразу наносить любрикант. Вы наносите троксивозин, кто совсем не в зуб ногой, да? И дальше начинаете учиться. Поглаживающие, легкие движения, удары кончиков пальцев в области внутренних и наружных половых губ, окружающего пространства. Можем испытывать различные способы надавливания, менять ритм. Если сразу не готовы, можно начать со стимуляции всего тела. Обнять, погладить себя, да, поласкать в разных местах, послушать, где мне как, где больше нравится, где меньше нравится. Постепенно-постепенно подойти к области гениталий и начать именно как бы вот с больших таких кругов и все уменьшая, уменьшая диаметр. То есть вы начинаете с больших, потом с малых половых губ, с легких движений. Что мы можем делать? Легкие удары, надавливание, вибрация, какие-то движения штриховые, круговые, да? Мы можем менять ритм. Смотрите, как менять ритм. Вот, смотрите, вот быстрая вибрация, вот медленная вибрация. Вот медленные движения, вот быстрые движения, да, вот легкие надавливания, вот сильные надавливания, вот медленные надавливания, вот быстрые надавливания. То есть вы ищете эти приемы стимуляции самостоятельно. А затем постепенно-постепенно подбираемся к клитору.